Всем привет, друзья, меня зовут Леонид, и сегодня мы взяли самый дешевый парктроник за 970 рублей из Юлмарта и попробуем его установить. Внизу будет название, ссылки оставлять, наверное, не буду. Просто мы посмотрим, как он работает нормально или все-таки подороже взять. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Такая вот коробка. Хочу заметить, что никаких марок, ничего нету. Это такая с завода была коробка, мне так в Юлмарте и дали. У нас идет тут, что самое главное, это насадка для шуруповерта, чтобы сверлить дырки. Вот так она выглядит. Я взял без пикалки, я взял вот такой с дисплеем. Куда будем устанавливать, я пока еще не решил. Блок управления. Сами парктроники вот такие вот выглядят, кстати, нормально. Как это работать будет, сейчас проверим и заодно научимся устанавливать парктроник. Машина у нас Mitsubishi Karisma. Короче, нам нужно подключить парктроник на плюс заднего хода, чтобы у нас парктроник включался только когда мы включаем задний ход. Теперь самое сложное. Методом тыка найти нужный провод. На форумах написано, что это вот этот красный. Давай завожу и включаю заднюю передачу. Да. Показывают? Стоп, отключаю. Перестал, да? Подожди. Нет, есть еще. Кажется, это не тот провод. Не горит все, а вот сейчас горит. Бля. Не тот провод? Так ты его обрезал? Да. Ну, получается, да, не тот. Обе работают задние? Обе. Ти-ти-ти-ти. Пам-пам. Сейчас мы будем проверять парктроник без установки, а потом будет самое сложное это установить. Мы подсоединили все провода, все у нас подключено, один провод надо кинуть на массу. Мы вроде как что-то подсоединили, тут землю кинули, пока так наметили. Ну давайте попробуем. Заведи всю заднюю. Врубаю. Давай. О, экранчик сгорелся, пищит, все. Ноль-ноль, все, врезались. Теперь самое сложное – подключить сами парктроники в бампер. Мы просверлили дырки, сейчас вставляем парктроники, подсоединим их. Итоговый результат я покажу вам, скорее всего, уже при дневном свете. Вчера стало поздно, не успели все доделать, установили парктроник в колхозном варианте. Вот у меня парктроник. Сейчас попробуем это куда-то провести. Я не хочу ставить над зеркалом. Я, скорее всего, поставлю вот в левый крайний угол под стекло. Ну а так сейчас осталось по порогам по левому провести провода. И, собственно говоря, все будет готово. Установим и все это вам покажу.
Итак, проводок сейчас мы будем проводить по порогам. Мы, собственно, все провели, все установили, все сделали. Все работает, работает. Сзади препятствий пока нет. Сейчас последним этапом будем проверять точность парктроника. Парктроник показывает 0,7. И правда, 0,69. Показывает он правильно. Давайте чуть-чуть поближе подъедем. Итак, мы проверили парктроник. Он показывает относительно правильно. Погрешности есть. И то эти погрешности идут в обратную сторону. То есть на плюс. То есть там где-то 40 сантиметров, он показывает 50. В общем-то, как и заявлялось в инструкции, у него диапазон минимальный 0,3-0,4. То есть 30-40 сантиметров. То есть дальше он уже показывает на нуле. Также в инструкции написано, что парктроник не перекладывает ответственность на него, если как бы вы врежетесь, грубо говоря. То есть он несет только информацию. То есть надеяться на него не надо. То же самое советую я и вам. Лучше как бы самому перестраховаться, выйти посмотреть, поставить наручник. Сегодня мы установили самый дешевый парктроник за 990 рублей. И он оказался, в принципе, вполне себе нормальным, рабочим, хорошим. Но от вас что? От вас я прошу поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться на канал. Ну и, собственно, все. Всем пока, удачного дня!